вот смотрите, вот этот дым, видите, это все пожары, там горит лес. И отсюда даже было в Которе, чувствовался запах дыма. И вот оно где горит. Хорошо, как горит лес в горах. Прямо такой дым. И мы даже видели огонь. Когда мы улетали, за неделю до этого уже было сообщение о пожаре в горах в Черногории. Как-то тогда не придала этому значения. Решила, что за это время потушу, пока мы приедем. Но, как видим, не потушили до конца, и, видимо, они контролируют этот пожар, считают, что он контролируемый, и просто дают ему выгореть. Я уже не понимаю, потому что я не видела, что кто-то его тушил.